нам просились невесты сюда фотографироваться. Когда-то по мраморной лестнице чинно ходили банкиры, но вот уже 80 лет бегают детские ножки. Директор Ирина Иванцова прошла с этим дворцом огонь, воду и медные трубы. Лет 20 назад в зале случился пожар. Потом подвал затапливали грунтовые воды. Теперь здание, в котором за целый век не было ни одного капитального ремонта, трещит по швам. На восстановление денег не хватает. Ну, у нас была мечта найти какой-нибудь такой кладик, да, чтобы дворец быстро отремонтировать сразу, вот раз. Но он почему-то никто не оставил после банка. Все выгребли, увезли. Хоть и не клад, но большой вклад в восстановление дворца делает Олег Табаков. Регулярно присылает деньги, а на свои юбилеи дарит ценные подарки. То стулья, то современное световое оборудование. Самому известному выпускнику в музее дворца посвящен отдельный стенд. Хотя здесь помнят и чтят каждого. Вот это вот перед сдачей. Это наш микрорайон. Сегодня он известный в Саратове строитель. А в 63-м Константин Колесниченко первым возглавил городской штаб мечтателей, искателей и романтиков «МИР». Активисты-комсомольцы наводили порядок в школах и воспитывали трудных подростков. Научился руководить определенным количеством людей. То есть, вы понимаете, в чем дело? Достаточно высокая мера ответственности. Эта театральная студия лишь на 10 лет младше дворца. Молодая гвардия – самый старый и самый известный коллектив. Жди, когда она будет грудь желтыми снегами. Театральную студию во время войны создала Наталья Сухостав. Не очень успешная актриса театра драмы оказалась талантливейшим педагогом. Это она зажгла звезды Олега Табакова и Владимира Конкина, Григория Цинмана и Веры Феоктистовой. Удержать такую планку чрезвычайно сложно. Мы стараемся из ребят, как говорится, в первую очередь не испортить их, чтобы у них была своя индивидуальность, сохранить эту индивидуальность, помочь им раскрыться, и учим общению. Поют и пляшут во дворце каждый день, но устраивать широкие гуляния будут еще не скоро. Торжественные мероприятия в честь 80-летия запланированы на конец апреля. Анна Головчинская, Алексей Чудин, Александр Кравченко. Новости. Телеобъектив.